Отличка, она потом прибежит. Они подошли так. Какая она нужна? А пусть Эвелина несет табличку, а братья несут Эвелину. А вы где будете все смотреть? А вы что будете делать? Ну давайте, ребята, сделайте что-нибудь с Эвелиной с табличкой. Вы заметили, что когда они встали, что? Ну вы хозяин. Согласно древнегреческим мифам, братья Дрездемонаитисты не смогли поделить табличку, так и было все. И один брат Никас засунул голову Сафроноса спать мазандаранскому тигру. И всем именно так понравилось, что они гастролировали от самого Китая. Прекрасно, Татьяна. Знание истории великолепно. Что у нас сейчас происходит на сцене, я не понимаю. Можем начать уже, ребята? А ребята уже начали. А ты получишь только Эвелина. За этот конкурс многие получат. Многие получат. Кто-то оценки. А вот Татьяна. А, прекрасно. Прекрасно. Ну, у нас из секс-шопа много чего есть. Вчера Татьяна Сухова как раз зашли товарищи. Вот здесь вот такая штука. Прекрасно. А какая разница? Эвелина договорилась, что ее понесут домой сегодня. А, ребят! О! Кегли! Вот, ну вот хорошо, хорошо, настоящий. Забери у них эти две вот эти вот. Вот я их красиво что-то вот пошел. Ребята так избалованы таким количеством реквизитов, у них же спирт проще гораздо. Взял тигра, вышел. А тут сколько всего. О, вау. Ну что, мы потеряли Эвелину на сегодня. Ребят, может начнем как-то потихонечку, а? Тем более, что табличку пронести надо, ребят. А, ребят? Поиграться. Поиграться возьмешь это домой, не играешь. А что с этим-то делать? Прикни его куда-нибудь.